Первым признаком СПИДа у женщины может являться повышение температуры. Как правило, отличить данную инфекцию от проявления обычной простуды очень просто. Температура тела повышается буквально за считанные часы и может не опускаться в течение нескольких дней. Иногда их количество может доходить и до 4. Важно то, что даже противовирусные медикаменты не способны помочь в данной ситуации. Второй симптом СПИДа у девушки – это повышенная усталость. Дело в том, что развитие подобной инфекции сильно влияет на иммунитет человека. Это значит, что значительно увеличивается вероятность возникновения простудных заболеваний, герпеса или, например, обычного насморка. Помимо этого, женщине становится все труднее высыпаться, а также достаточно лишь 2 часов работы для того, чтобы на некоторое время полностью выбиться из сил. Третий симптом СПИДа у женщины может проявиться в полной или же частичной потере аппетита. Еда со временем просто теряет свой вкус, а девушка все меньше заботится о приеме пищи. Как следствие, через неделю или 2 женщина заметно худеет, и ее кожа приобретает нездоровый вид. Надо сказать, что этот признак считается самым опасным, так как организму негде брать силы для борьбы с инфекцией.